Эту теплотрассу в Дагомысе проложили более 35 лет назад. Порывы в микрорайоне случались не раз. Стальные трубы за десятилетия работы были изъедены коррозией. После обследования трубопровода было принято решение не ремонтировать, а заменить ветхий участок. В планах Сочитеплоэнерго поменять около 130 метров теплотрассы. Будет уложено две трубы с увеличением диаметра. По ним горячая вода пойдет в многоквартирные дома в Дагомысе и Волковке. Обновленный трубопровод прослужит сочинцам не менее 40 лет. Ремонт у нас планируется к завершению 10-11 сентября. Вот, и будет дан пуск котельной, и люди получат тепло. И надеемся, что без отключений мы пройдем весь отопительный сезон 2020 год. Подобные работы до конца года также запланированы на Гагарина, Чайковского и улице 60 лет в ЛКСМ. В планах на ремонт 15 километров ветхих сетей. Сегодня уже заменено более 6 километров. Также в этом году Сочитеплоэнерго модернизирует 5 котельных. Их переведут на газ. На подготовку к отопительному сезону, который стартует 15 ноября, муниципальное предприятие потратит порядка 80 миллионов рублей.